Привет, с вами Снейл Слав, и сегодня я открываю рубрику «Вопрос-ответ». Сначала вопросы от моей подписчицы Кира Капкейк Блаф. Первый вопрос. Какое время ты занимаешься улитками? Я занимаюсь с сентября этого года. Какая твоя любимица? Вот мои две любимые улитки, и в том числе единственные. Но скоро, я думаю, мне появятся новые улитки. Следующий вопрос. Сколько тебе лет? Мне 13 лет. Четвертый вопрос. Как тебя зовут? Меня зовут Марина. Пятый вопрос. В каком городе ты живешь? Я живу в Химках, Московская область. Это. И дальше, так как не набралось вопросов под прошлым видео, я попросила своих знакомых составить для меня вопросы на эту рубрику. И вот какие они вопросы мне задали. Первый. Сколько всего у тебя животных? Всего у меня 7 животных, 2 улиточки, вот они, 2 рыбки маленькие, кошка и полптицеед. Второй вопрос. Каких улиток ты хочешь привести в будущем? Я хочу себе или каракулусов, или каких-нибудь эрхохатин. Третий вопрос. Каким видом спорта увлекаешься? Я увлекаюсь верховой ездой. Четвертый вопрос. В каком классе ты учишься? Я учусь в 7 классе. Пятый вопрос. На какие оценки ты учишься? Я учусь на 4,5. Вот все 6,5 лет, так как сейчас уже третья четверть уже пошла. Все 6,5 лет я учусь на 4,5. И шестой вопрос. Какой вид улиток тебе нравится больше всего? Больше всего мне нравится вид Caracolus sagimon и Ochotina reticulata albina. Вот это вот. Седьмой вопрос. Какой кокосовый субстрат ты используешь? Я использую кокосовый субстрат Cacaland. Он у меня на 7 литров. Тут немного отсвечивает. Вот. Не знаю, что ему еще сказать. Вот такой вот с птичкой. И последний вопрос. Какое твое любимое животное? Мое самое любимое животное – это лошадь. И, в принципе, это вот вся рубрика. Спасибо вам за просмотр. Пишите запросы на видео в комментариях. Всем пока!